В научной библиотеке Казанского федерального университета проходит тематический буккроссинг, который посвящен изучению русской письменной речи. Буккроссинг – это обмен книгами. Человек после прочтения оставляет книгу в общественном месте, например, парке, кафе или библиотеке, для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это действие. Самое главное хочу отметить, что книги на этой полке можно брать для того, чтобы заниматься не только в нашем читальном зале, но и, конечно же, взять домой и пополнить свою домашнюю библиотеку. На открытой книжной полке КФУ расположились словари, сборники с упражнениями на пунктуацию и орфографию, печатные тренажеры, учебники по фонетике. Буккроссинг привлек внимание не только любителей постоянно совершенствовать русский язык, но и иностранных студентов Казанского федерального университета. Ну и, конечно, самый большой интерес вызывают все-таки грамматические словари, поскольку у нас студенты учатся различных стран. И вот как мы обратили внимание, что все-таки эта полка заинтересовала больше студентов из других стран, которые изучают русский язык как иностранный. Книговорот дарит изданиям новую жизнь, ведь книга после прочтения не просто лежит на полке, а используется по назначению заинтересованным читателям. В научной библиотеке КФУ тематические буккроссинги стали регулярными. Они привлекают все больше читающих студентов. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз.